Кровоостанавливающие зажимы используются для остановки кровотечения сосудов мягких тканей путем их последующего лигирования, перевязки, коагуляции или прошивания. Они бывают длинные, короткие, прямые, изогнутые, могут иметь на концах губов зубчики, как у хирургического пинцета, или быть без зубчиков. Кровоостанавливающий зажим с зубчиками, независимо от его размеров и формы, называют зажимом Кохера. В данном случае длинный изогнутый по плоскости зажим – это вариант короткого изогнутого по плоскости зажима Кохера. Кровоостанавливающий зажим без зубчиков на концах губок называется зажимом Бильрота. Кровоостанавливающий зажим с узкими и тонкими губками, позволяющим захватывать мелкие сосуды в мягких тканях, называется зажимом типа Москит. При работе с кровоостанавливающими зажимами важно уметь открывать замок инструмента не только правой, но и левой рукой. Это повышает эффективность работы одного человека.